Всем привет! Я в магазине Kicks, и у нас к черной пятнице минус 25% со всей косметики без ограничений. Я пришла смотреть. Помните, видео о лаках я делала? Это вот эти лаки шикарнючие, конечно. Я просто в лаковом отделе тут шаюсь. Вот, кстати, это личная марка Kicks. У них тоже очень-очень приятные лаки. Смотрю на одну палеточку, думаю, может быть, я ее куплю себе. Анастасия Beverly Hills Soft Glam. Soft Glam, как ее еще многие называют. Вот она. Но я бы тогда ее купила, конечно же, может быть, даже на Cyber Monday, потому что, кстати, вы наверное, знаете, что у Анастасии на Черную пятницу были отличные скидки. Там был набор из 4 палеток. И это самое. И я его даже загрузила к себе в корзину. И потом что-то я его выгрузила обратно, потому что там была эта палетка Subculture, которая мне вообще не интересна, и цвета мне не интересны. Да и призмы, если честно, тоже. Но набор из 10 блесков, который стоит 200 фунтов, а я купила его за 60, я взяла. Поэтому я очень-очень рада. Очень-очень рада этому. Кое-что еще взяла на Черную пятницу. Конечно же, я вам все это потом расскажу, покажу. Сейчас просто хожу по косметике. По косметике смотрю, что тут есть интересное. Вот Анастасия. Кстати, вот Анастасия, это странно. Здесь одна часть Анастасии, а в другом месте. Кстати, вот, кстати, скидочки у нас. А сейчас у нас мейкап 24.11. 20% на все без ограничений, это супер. В общем, сейчас я вам еще кое-что покажу, что тут есть. И буду дальше думать насчет палетки. Тут всякие интересные штуки. L'Oréal. Кстати, здесь интересная тоже коллекция есть у L'Oréal. Вы видели? Может быть, уже видели. Такая со звездочками. Красота. Красота, ляпота. Я с вами еще пройду сюда. Тут у нас Lumene. Тут у нас потом Isadora. Линда Халберг. Кстати, я думала, что здесь уже есть уже новая палетка их, но пока что еще нет. Пока что только вот эта, кстати, она мне очень нравится. Я все. Они думают, да, у меня нет лака, люди. У меня нет лака, мне сегодня было лень красить. Smashbox. Full Exposure. Кстати, эта палетка очень часто и густо. Секунду. Часто и густо есть по 20 евро. Что-то, по-моему, ее вообще никто не берет. Потом Анастасия. Анастасия. Потом я сейчас еще вам кое-что покажу. Tromborg. Мне очень нравится их коллекция. Их тут ароматы. Tromborg. Ну вы посмотрите на эти цены. Это просто ой, это просто. Ну, тени, смотрите, 34 евро. Капец. Ну, косметика у них очень классная. Здесь у нас Clarins потом, Dior. В общем, вот. Хожу, смотрю. Если вдруг что-нибудь найду, куплю. А пока на этом все. Желаю вам приятного дня. Хороших покупок на Черную пятницу, на Cyber Monday, если вы будете что-то покупать. Хороших, удачных и дешевых. Пока-пока.